Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Чому провели евтаназію частині собак, що перебувають на території комунального підприємства «Центр захисту тварин»? Наскільки юридично законною була процедура? Та оскільки евтаназія обійшлася місту? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Директором комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» Олександром Голобородьком та громадською активісткою, зоозахисницею Наталою Данилюк. Вітаю вас у нашій студії. А я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання за номером телефону 47-7472. Отже, перше запитання, пане Олександре. Вчора був такий екшен, можна навіть сказати, у будівлі Миколаївської міської ради, якраз під час сесії, точніше в перерві. Що там взагалі відбувалося і чим завершилося? Бо ми маємо відеоматеріал з цього приводу. Тому, я думаю, давайте спочатку сюжет, а потім вже розкажете, чим завершилось. Прошу. Конфлікт на підвищених тонах розгорівся в холі біля сесійної зали міської ради. Захисники тварин звинувачували директора комунального підприємства Олександра Голобородського, на відео він у бордовій футболці, у безпідставному присплянні 7 десятків собак. І я, як нормальний чоловік, як зоозащитник, я як нормальна людина, як зоозахисник. Я не піду з цієї зали, поки не буде прийнято рішення і доки ця мерзота не піде з КП. Я звідси не піду. Мені байдуже, з ким вести бій за собак міста Миколаєва. Є законодавство, законодавство потрібно виконувати. І тільки зараз, з приходом цього чоловіка на пост директора КП, ситуація в місті з бродячими собаками починається. Є законодавство, його треба виконувати. І тільки з приходом цієї людини на посаду директора комунального підприємства ситуація в місті з бродячими собаками починає покращуватись. Тому я підтримую директора підприємства. Сьогодні відбулася знакова подія. Любителі бродячих собак, хто називає себе зоозахисниками, основна теза яких була – сьогодні вбивають собак, завтра вбиватимуть людей. От сьогодні вони показали, як вони готові вже сьогодні вбивати людей. Слова з наперепалки закінчились бійкою. Олександра Голобородського та його групу підтримки оточила поліція. Від кулаків це не врятувало. Сьогодні, 17 липня, під час проведення чергової сесії міської ради, під час перерви засідання виник конфлікт між директором комунального підприємства «Центру захисту тварин» та працівниками комунального підприємства. Конфлікт працівниками поліції було припинено. Люди запрошені до центральної поліції для дачі показу. Будемо проводити зустріч. Отже, пане Олександре, чим завершилась вчорашня бійка все ж таки? Ну, вчерашняя битва завершилась тем, что я провел полтора часа в РУВД, потом еще час в БСМП осматривался, ну и все, отчета не было. То есть можно сказать, что завершилось ничем? Ну, фактически, вчерашний день был выброшен из жизни. Я зрозуміла. Сьогодні вже не один раз з'являлися новини про те, що вас хочуть відсторонити від посаду. Чи є це правдою? На сегодняшний день я действующий директор. Отстранить меня от должности имеет право мэр. Это будет решение мэра. То есть депутаты приняли, ну, вроде бы, как я не видел этого решения. Когда оно до меня дойдет, я смогу об этом говорить официально. Вот. Но пока что такого решения немає. Есть принято какое-то решение на сессии. Я видел его в виде проекта обычного листа бумаги с печатным текстом. Вот. Там указано, что депутаты хотят меня отстранить на время проведения, точнее, работы временной комиссии. И назначить там нынешнего главного врача Логинова. Угу. Вот это я видел, не более того. Но депутаты в данном случае это решение, оно
частично незаконно, скажем так, в том разделе, что депутаты не имеют права меня отстранять. Это решение мэра. То есть должно быть распоряжение мэра о том, чтобы меня отстранить от должности на какой-то период. Я зрозуміла. У нас є вже телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Вітаємо. Здравствуйте. Вітаємо ще раз. Меня зовут Любовь Анатольевна. Я хочу сказать людям, которые против того, чтобы как-то с собаками решить вопрос. Эти люди не ходят на кладбище, понимаете? Я хожу на кладбище каждое воскресенье. И все это время я вижу эти стаи. И мне очень страшно, я хожу одна. Дай Бог, чтобы у вас не было людей, к которым вы будете ходить. Ну, это рано или поздно может произойти. Ну как же ж так? Почему на кладбище нет ничего? Потому что они стаями, они ходят стаями. Куда мне одеваться, а? Пожалуйста, пусть мне человек ответит. Если у него есть кто-то на кладбище, если он ходит туда, пусть он мне ответит. Дякуємо. Як я розумію, пані хотіла запитати вас, як ви займаєтесь відловом собак? Таких бродячих и стай. Смотрите, ситуация такая, что на сегодняшний день, там, буквально с первого дня, как я зашел на пост директора, заступил, я объявил, что у меня в приоритете здоровье и безопасность граждан города. То есть вся моя деятельность направлена на то, чтобы вот таких случаев, как сейчас женщина озвучила, как минимум для начала свести их к минимуму, вот, а в идеале исключить вовсе. Потому что стаи, которые сейчас есть на территории города, это не милые домашние животные. Это дикие животные в третьем-четвертом поколении, которые сейчас имеют все признаки стайного хищника. Это не милые собачки, которые будут улыбаться и махать хвостиком. Это звери, которые едят людей. У меня каждый день, я, в принципе, женщина на надрыве, конечно, но для меня это уже сейчас привычная картина. В день доходит до 5 заявлений. Это только те, которые не поленятся написать заявление, прийти, озвучить. Из них, как правило, 1-2 дети. Ну, вот в понедельник ребенок 4 года был укушен собакой. В субботу ребенок 7 лет был укушен собакой. Вот сейчас мы готовы к тому, чтобы освобождать город от этих стай. Но, к сожалению, вот эта вот неадекватная деятельность некоторых депутатов и отдельных граждан города, которым абсолютно неинтересно здоровье горожан, неинтересна безопасность на улицах города. Их интересует только один вопрос, точнее два. Часть из них интересует вопрос вернуться к той кормушке, который я их убрал, который я прекратил этот бизнес. Часть из них, просто совершенно не думая о горожанах или о ком-либо еще, хотят, чтобы собачки на улицах города чувствовали себя вольготно и были хозяевами. Пока я на должности, этого не будет. Я зрозуміла. Пані Наталю, таке запитання. Ви громадська активістка з багаторічним стажем, ви зоозахисниця. Поясніть, будь ласка, хто саме такі зоозахисники? І як їх виокремити від людей, які просто мають бажання захистити окремо, наприклад, собак чи окремо, наприклад, кішок? Як це? Хто такі зоозахисники? Okay. Ну, зразу как бы попереджаю, да, є таке українське слово, коментарі, які далі будуть в Фейсбуці, що з однієї сторони, що з іншої сторони, мало того, що я активіст, я зоозахисник, я ще й мать 3 дітей. Еще и плюс, так, чтобы убрать все там комментарии и возгласы по поводу воинов АТО, там, России, Путина и так далее. Муж у меня атошник, так что сразу все вот эти сплетни прекратить, то расставим, как говорится, точки над «и». Мало того, я еще и была заступником директора коммунального предприятия Центра захисту тварин и несколько месяцев выполняла обов'язки директора. Чем, собственно говоря, отличается зоозащитник от зоолюбителя, от котика-любителя, от собака-любителя и так далее и тому подобное. Во-первых, хочется отметить то, что мне очень печально и неприятно, то, что в нашем городе мы дожились до того, что зоозащитникам быть постыдно.
вот почитав все комментарии на Фейсбуке, почитать посты и послушав вообще людей, то есть если ты адекватно, правильно, хорошо относишься к животным и понимаешь проблему, и ты называешь себя зоозащитником, тебя начинают тыкать пальцем и кричать, что вы там расплодили и так далее и тому подобное. Зоозащитник – это тот человек, который смотрит в корень проблемы. Он не только там занимается спасением животных, там, вытащить из люка, спасти там, травмированное животное после ДТП. Это те люди, которые пытаются и создают оптимальное как бы пространство, да, оптимальные условия для сосуществования нескольких видов. Это не только люди и собаки, это и кошки, это и птички, і рыбки, и все остальное. А що з нашими зоозахисниками? Проблема в тому, що у нас кожен, хто покормив косточкою бездомну собачку, одразу називає себе зоозащитником. Как минимум волонтером, да, вот, вот в этом вот нету никакой градации, нет никакого разделения. А ведь зоозащита должна в первую очередь работать, вот если именно, как говорится, в условиях городских джунглей, да, там в городской среде, в первую очередь должна работать с людьми, потому что собаки на улицах, кошки на улицах – это следствие. Это не, ну, не прилетели они с Луны, ну, ни Сенкевич не привез их там, ни Гранатуров до него не, ну, как бы, не высадив их там. Да, 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 да. И вот как бы борьба, вот сейчас мы говорим о методах, да, то есть это может быть там эвтаназия, это ОСВ и так далее. Но любой метод, какой бы мы сейчас вот не приняли, не сказали вот это или посредине, бестолку будет абсолютно, если не будет проведена работа подготовительная с людьми, законы. Правила, регистрация, пропаганда и все остальное. Почему-то у нас в последнее время зоозащита – это фу, это плохо. А ведь настрой людей должен быть именно на животных. Они должны понимать, что животные – это хорошо. Если ребенка проклинать, если оскорблять его родителей, если ребенок подходит погладить там, котенка, ему там какая-то бабушка начинает рать, отойди, ты сволочь, падла, и так далее, и тому подобное, ну какое может быть тогда воспитание? О чем мы вообще говорим? Я перепрошую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. У мене вопрос вот такого характеру. Во-первых, крайнє возмущение поведения в сесійному залі наших представителей вот этого всего общества зоозащиты животных. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я представитель поколения уже старого, как говорится, мне уже 82 года. Раньше, после войны, мы пережили. Такой был трудный период, такое было трудное время. Ну, вы понимаете, не было этого. Была служба, ездили, вылавливали их, отлавливали. Ну, такого ж не было. Сейчас ж вы посмотрите. Возле каждого рынка собаки, возле детского сада собаки, возле каждой пивнушки собаки. Вот вы общественность, вы за этим смотрите. Кто дает повод расплода этих собак? А не вот это устроить, вот эту бойку, которую мы идем сейчас в Европу и показываем свое отношение к людям, лучше как к собакам. Спасибо большое. Дякуємо. Ну, як я розумію, пані на питання і на коментарі пані відповіла вже Наталя. Я би хотів додати два слова, якщо можна. Значит, у нас сейчас, ну вот люди, которых мы видели на сессии, я бы не назвал их зоозащитниками. Это скорее собакозащитники, причем ну, в худшем виде, в котором только можно это придумать. То есть они не занимаются зоозащитой, их не интересуют кошки, их не интересуют там ежики, белочки и прочие животные, которые тоже составляют городскую фауну. У них фанатичное, какое-то вот болезненное отношение именно к бродячим собакам. Ну, это я говорю о той части, которая не задействована в бизнесе была. Я зрозуміла. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Так, да. Добрий вечір. Вітаємо. Значить, що я хочу сказати вам? Вот эта тема очень наболевшая, понимаете, она затронула всех очень много семей. Укушенных собаками, бродячие собаки, дети шугаются от них, дети боятся. Вот. И поэтому эти вот правозащитники вот животных, пускай разберут их по домам или куда хотят.
потому что, ну, жить уже невозможно. Я вот езжу по городам, и нигде такого нет, как в Николаеве. Это вообще непредсказуемая ситуация. Я не знаю, что дальше будет. Дякую. Если депутаты не поймут, то это самое, я никак не могу вот высказать свое мнение в защиту этих тварин. Пускай они их стерилизуют, ну, а толку от этого? Они все равно кусают. Зрозуміло. Дякуємо вам. Еще можно два слова об этом всем. Будь ласка. О психологии происходящего. Я даже не знаю, вот разговаривал с человеком, мы забирали собаку по укусу. То есть собака порвала бабушку, 79 лет, на площади Победы. Мы приехали ее забирать, ну, на нас там набрасывались, нас проклинали. Мы тренированные ребята, мы спокойно к этому всему относимся. Но меня очень удивила реакция, там мужчина схватил ее на руки и понес. Я ему говорю, собаку, эта собака, говорю, порвала же, 79 лет бабушку. Говорю, это могла быть твоя мать, моя мать, там еще кто-то. Он говорит, ну что, порвала бабушке ногу, ну она же заживет у бабушки нога. Ну что же нам теперь собачку забирать отсюда? То есть у них просто искореженное понимание действительности. Эти люди неадекватны. То есть называть их зоозащитниками, зоозащитники это люди, которые там, не знаю, любят животных и занимаются организацией каким-то образом комплексно, занимаются именно этой проблемой. Комплексно із тих людей, яких я там бачив, ніхто не займається цією проблемою. Я зрозуміла, пане Олександро, я перепрошую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, поставте своє запитання, будь ласка. Доброго вечора. Хотіла би трошечки відповісти тій жіночці 82-річній і тому пану, який казав, що треба собак забирати оцим зоозахисникам. По-перше, починати треба з них самих. Собаки на вулиці з'являються не просто так, а то люди, які їх купили, взяли, потім викидають, бо вони їм не сподобались. По-друге, діти. Дітей треба вчити, що не можна на собаку махати палкою, кидати каміння. Тоді собаки кусати не будуть. Вони ніколи не кидаються на людей, якщо їх не дражнять. Вони охороняють себе. Тому це не більше не запитання, а так відповідь. А хотілося побажати, щоб нашим захисникам, щоб їм надавали коштів побільше, і щоб всі програми, які вони хочуть втілити в життя, все вдалося. Дякую. Всього найкращого. Дякуємо. Повертаючись все ж таки до нашої теми, бо ми так відволіклись дуже сильно, все ж таки, це дійсно реальна інформація, що піддали евтаназії 70 собак. Тобто, дійсно, така процедура була і відбувалася вона на вашому КП. Як вона саме відбувалася і чи ваші працівники брали участь у цій процедурі? Чи все ж таки це були як, ну, інші спеціалісти з інших, можливо, комунальних підприємств? Як це було? Значить, почалось все. Весь скандал почався з совершенно неадекватних виходок депутата Веселовської, которая с утра в понедельник разогнала информацию по сети абсолютно неправдивую, лживую. Тобто абсолютно. Была взагалі эвтаназия? Эвтаназия была. Угу. Количество собак 70. Веселовская угу. выдала, я не помню, там то ли 130, то ли 150, то ли 100. То есть это ее больные фантазии. А взагалі по факту на той момент до эвтаназии скільки тварин перебувало на території вашого КП? 129. Тобто в принципі фізично не могло бути там 130 чи 150? Ні. Нет, физично могло быть. Там есть клетки, которые обязаны быть пустыми, это изолятор. Угу. Все остальные клетки были заполнены ноль. Потому что в изоляторе не положено содержать собак. Хотя, когда я пришел на предприятие, забиты были все клетки. И понимание того, что изолятор, там передержка, этого всего не было. То есть был полный бардак в учете и в размещении. Вот. Но в понедельник, значит, когда все это началось, началось оно с истерики. Людей завели. Завели абсолютно дезинформацией. То есть было вброшено какие-то кошмары в сеть. И все вот эти люди прибежали на КП, пытаясь вломиться, устроить бойню, там, нападали на людей. Одного моего работника облили зеленкой, то есть там лезли в драку. Это было просто ужасное зрелище. Я когда-то приехал, это было мерзко, что ли. А кто взагалі робив эвтаназию? Ваши специалисты? Эвтаназия была проведена в соответствии с действующим законодательством. Комиссионное решение было принято. На предприятии организована комиссия, состоящая из трех специалистов. Два кинолога, один ветеринар. Часть работники предприятия и привлеченный специалист. Привлечен по договору. А звідки це специалист? Лицензированный ветеринар. И він проводив це все?
Он участвовал в комиссии сначала для определения адекватности и подлежит ли собака эвтаназии или нет. Вот. И после этого проводил непосредственно манипуляции. Я зрозуміла. Щодо якраз таки законності, пані Наталю, ви як колишній директор, як я розумію, ви знаєте оцю всю процедуру до евтаназії. Ви коли були виконуючи обов'язки директора комунального підприємства, ви якраз робили оцей план, як потрібно підвести до цього. Да, от у мене якраз вопрос. Ви, коли вступили в должность, змінялись ли якісь положення? Какие-то заменялись приказы другими приказами, которые уже существовали, инструкции переписывались, может быть, ну, за ваши два месяца работы на предприятии. Много документов оборота там изменил, части там просто не было. Ну, допустим, на предприятии не было структуры предприятия. Не было некоторых документов, которые обязательно должны быть. Должностные инструкции, на мой взгляд, мягко говоря, странные. Я не знаю, каким комплексом неполноценности страдает ткач, что она в каждой должностной инструкции указала, что все, начиная от уборщика и заканчивая замом, непосредственно подчинены директору предприятия. Если вы знакомы со структурой предприятия, вы понимаете, что это бред. Что это болезненный бред. Я хотела вот по какому поводу. Просто еще, когда на КП работала я и моя команда, был создано положение, да, вот именно по комиссии, в которой сходило именно 5 человек, комиссия по эвтаназии, и двое из которых это вот именно привлеченные лица от общественности, там, громадских организаций и так далее. Я не знаю, при ткач, при вас изменялось это положение, либо значит, не изменялось? Это положение я не обнаружил, и ни один из работников мне о нем ничего не смог сказать. Я создавал новое. То есть изначально... Я писал новое положение, оно было утверждено. Я поняла, то есть не были подняты приказы, ничего. Пришел там, собственно говоря, если бы... Не могу сказать, не представляю, не было. То есть, Катя, отвечая на ваш вопрос, когда работали попередники, как в нашем лице, как нас называют, да, то есть действительно был создан приказ, было разработано положение по комиссии по эвтаназии, в которой состояло из 5 человек, ветеринар, работник коммунального предприятия, ветеринар, привлеченный с другой клиники, то есть сторонний кинолог предприятия и, получается, работник офиса, это у нас был регистратор тогда, который представляет именно административный орган, и обязательно был представитель общественности, то есть это представитель общественной организации. На тот момент коммунальное предприятие «Центр захиста Тварин» заключило договор с зоозащитной организацией «Феникс», и вот как многие тоже спрашивают, почему «Феникс», это что, кормушка, там не кормушка и так далее. Действительно, по этому договору «Феникс» мог привозить помощь коммунальному предприятию, оказывать помощь в пристройстве животных, в лечении животных и также принимать активное участие вообще в жизни коммунального предприятия в рамках закона, в рамках устава и так далее. Поэтому вот у меня как раз был вопрос по поводу вот комиссии. Я прошу, у нас есть телефонный звонок. Доброго вечера, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вітаємо. Я 10 лет в Якутии жил. Я был председателем районного совета. Понимаете? Собак было огромное количество. Мы все сделали. Ночью охотников я собрал. И начали долбить собак, которые людей кусали. И вместо... Они кусали. Всех перебили собак. За месяц перебили собак, и все стало нормально. А в Николаеве то же самое. Это все, не знаю, нужно все сделать. Собак надо медленно убрать из города Николаева, и все будет нормально. Что? Дякуємо вам Это незаконно, в общем-то. И вообще это дикость. Вот, и возвращаясь, Кать, к нашему разговору, собственно говоря, при сроки усыпления 70 собак, это получается сколько было? За какое время? За який час? Фактически половина пятницы и вся суббота. Половина пятницы и все. Да, мы действовали по процедуре, это не делается быстро. Скільки триває ця процедура? В зависимости от организма собаки. Непредсказуемо. Может быть, одна минута, может быть, пять. И один специалист проводил?
Но одна минута никак не может быть, потому что если именно законно все и гуманно делается, то сначала собака должна обездвижиться. Нет, я говорю, что одна минута собака выходит. Собака сначала присыпляется. Но плюс же еще комиссия по каждой собаке должна была быть. То есть комиссия потом была ранее, по каждой собаке. Была комиссия, потом уже... А потом весь процесс. Нам нужно было определиться с количеством, определиться непосредственно с особами. Я зрозуміла. В нас залишилося дуже-дуже мало часу, тому буквально кілька слів. Останнє запитання. Як можна вирішити цю проблему, взагалі проблему бродячих тварин в Миколаєві і проблему зоозахисників? Тобто цих конфліктів між КП і зоозахисниками? Ваша думка, Олександре? Ну, я сторонник безвозвратного отлова. Вот, в соответствии с действующим законодательством. Я считаю, что просто нужно поставить в приоритет жителей города. Не здоровье и там, счастливое обитание на улицах бродячих собак, а все-таки здоровье детей, которые имеют право ходить по городу, махать руками. Велосипедисты имеют право ездить по городу на велосипеде, а бабушки со своими тележками идти с рынка домой. И не думать об этом, что собака его... может укусить. Ни один зоозащитник, именно зоозащитник, не скажет вам о том, что должны быть на улицах бездомные животные. Их быть не должно. Это в интересах и людей, и в интересах животных. И мне очень жаль, очень обидно, то, что сейчас до такой степени накалена обстановка властями, тем, кто допустил вот данную ситуацию. Потому что отдать инструмент, которым... потому что коммунальное предприятие – это не панацея. Центр захисту тварин. Это именно инструмент в большой программе. И отдать это предприятие сначала одной, как бы, да, кардинальной такой стороне, то есть, которая превратила его в приют, а потом передать совершенно другой, то есть, которая говорит, что вот все, то есть, должна быть чуть ли не поголовная эвтаназия, ну, это, наверное, крайне неправильно и так не должно было быть. У меня есть 30 секунд еще. 10 максимум. 10. Хорошо. Я изначально общался, кстати, с Фениксом, это одна из немногих организаций, точнее, даже единственная, с которой можно адекватно общаться, даже на сегодняшний день, несмотря на все плюсы и минусы, мы находим иногда общий язык. Вот. Но я всегда был открыт к общению и к компромиссу. Но со стороны вот тех, кто сейчас называет себя защитниками, точнее, этих собак-защитников, ни одного шага в сторону компромисса нет. К сожалению, эти люди неадекватны. То есть они не готовы идти даже на малейшие компромиссы для решения проблемы. Я зрозуміла, що час нашої програми вже сплинув. Я дякую, що завітали. Маємо надію, що все ж таки якусь інформацію візьмуть для себе городяни. А я з вами, шановні глядачі, прощаюся. Гарного вечора. На все добре.